Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ. «Зеленая муза» Альберт Миньян. Описание я взял из интернета. Полотно интересует публику вовсе не потому, что муза, зажав голову сочинителя в руках, заставляет его уничтожать исписанные листы. В конце концов, на то она и муза, чтобы диктовать мастеру. Дама в зеленом — воплощение того дурманящего, сводящего с ума абсента, к которому пристрастилась французская богема в конце XIX века. Абсент в неразумных количествах употребляли Верлен, Рембо, Дега, Аполлинер, Мопассан, Ван Гог и многие другие. Абсент вызывал галлюцинации, иногда помешательство. Дело «Зеленая муза» натворила немало, пока эту полынную настойку во Франции официально не запретили. Угадай, кто я, кокетничает «Зеленая муза» художника, прикрывая его глаза руками, почти оседлав его, и которую он якобы явно и слышит, и ощущает. Вот такое описание из интернета к работе Альбер Миньян «Зеленая муза». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.